представим вас музею культуры и композитору КСМ. Сегодня у нас в гостях израильский композитор, член Союза композиторов Израиля Юрий Поворотский. Представить вашу музыку нашим киевским слушателям. Начинаем наш концерт. Первым сочинением прозвучит Любавичский негун для скрипки и кларнета в трех частях. Солисты, лауреаты международных конкурсов Сергей Табаренко, скрипка, и Дмитрий Пашинский, кларнет. Thank you.
Сегодня в рамках программы вы услышите «Адиус Амиго» для скрипки и фортепиано в исполнении лауреата международного конкурса Сергея Тополенко скрипка и Евгения Дашака. Thank you.
это слово. Садись, вы рядом с другим корпусом. Поехали, пошли.
приятно продолжать наш концерт. Я исполню сейчас несколько своих пьес из разных циклов. Поначалу это будут две пьесы из цикла «24 мгновения». Понимаете, сейчас мне было очень трудно выбрать, какие из этих пьес прозвучат, потому что вот так случилось, что многие у меня сочинения многочастные, и, как правило, везет быть исполненным полностью только тем, кто, который одночасно находился мигом. Да, и «Минуэт» и «Шутка», которые так и имеют подзаговорок из ненаписанной сюиты. Почему, зачем писать целую сюиту, как Бах, когда все равно используется «Минуэт» и «Шутка». Поэтому этому сочинению повезло, вот сразу так, в двух частях вычислено. А из 24 мгновений я исполню пьесы «Волшебная гитара» и «Идиллический пейзаж». Thank you.
заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов, солист национальной оперы Украины Николай Шлях, тенор, и лауреат международных конкурсов Наталья Соломко, фортепиано. Знаменитой Элизы Бетховен. Ну и сюда еще вошли такие
уже не совсем с классиками шутки, как «Элегия Естермору» по Леннону и Маккартни, и «Особенности национального рэгтайма» уже парафраза на идею Скотта Джоплина. А вот есть такой сборник под названием «Театр плюс», куда вошли произведения, написанные для моих театральных работ, где помимо там вокальные номера, есть инструментальные фрагменты для некоторых спектаклей, я участвовал в такие сюиты из интерлюдий, музыкальных моментов. Есть и «Театр плюс», потому что тут еще есть работа кино, которая под короткометражного фильма, который закончил совсем недавно под названием «Дорогая собака», Чехова экранизация, ну и два кожачьих портрета. Так что получился театр, кино, зоопарк небольшой, вот такой вот главный сборник. А нам сегодня предстоит еще одна действительно мировая премьера. Я исполню две пьесы из музыки кинофильма «Дорогая собака», который вот написал по уже режиссерскому заданию, конкретные какие-то образы взяты. Всего, я вам скажу подробнее, в этой сюите четыре части. Первая часть — это увертюра, то, что идет на титры. Потом меня просили написать, что там будет из сентиментального вальса Чайковского. Потом ему нужно было возрубить глинки, все для каких-то внутренних диалогов между главными героями, поручиком Дубовым и вольно определяющимся Кнапсом. Ну и наконец, когда уже поручик утратил все шансы продать собаку Кнапсу, уже спрашивает, а нет ли знакомого живодера, чтобы отвезти к нему, когда они уже изрядно выпили, в общем, режиссер просил что-нибудь на мотив собачьего вальса. Ну, я сыграю первые две части, увертюру и вальс а-ля сентиментар. Thank you.
делать музыку так, чтобы она совпадала с картинкой. Ну, надеюсь, что это не помешало вашему ощущению законченности каждой из пьес. А сейчас я познакомлю вас вот тут, знаете, так, по периодике есть более ранние работы, есть более поздние, есть совсем, как мы сегодня говорим, не последние, но крайние. А есть работа еще и незаконченная, тянущаяся уже порядком так, лет 6-7. Работа, которая называется «Альбом вокруг джаз». Я попробую свои деятельности педагогической работы. У меня из единых учеников есть, в том числе по фортепиано, которые не только интересуются классической музыкой, но и всеми остальными жанрами параллельно. И вот очень часто интересуются джазовой музыкой, что могу предлагать других авторов, но я тоже увлекся и иногда подписываю вот такие пьесы. И поэтому, потому что я их подписываю в качестве десерта, то это случается очень редко. И цикл до сих пор будет еще в процессе сочинения. Я сыграю вам сначала две пьесы, если получится, может быть, третью. Надеюсь, это не будет очень долго. Первая пьеса – это в стиле джазовой баллады. Называется «Одинокая звезда в ночном небе». Thank you.
ноте я исполню еще одну пьесу из этого альбома в стиле кантри под названием «Когда Джонни встретил Мэри». Спасибо за то, что вы пришли. Вот, приходите к нам.